Меня зовут Гафуров Хафиз, я из Махачкалы. Как бы история семинара у меня немножко интересная. Пытался попасть на него несколько лет назад. Я как раз был в командировке в этот момент. Забронировал место, семинар отменили, потому что люди не набрались. Так было два раза. Я подумал, ну, наверное, не судьба, наверное, в будущем когда-то попаду. И вот недавно, опять же, как бы я периодически захожу на omo.ru, увидел объявление, как-то мозг не схватил. Ну, как бы, ну, семинар. Дальше пошел. А потом как-то вот ситуация сложилась так в моменте, что я чувствую, что это мне необходимо найти ответ в текущей ситуации, да. И раз мозг как, семинар, думаю, надо идти. Мне, учитывая, что я не москвич, это очень удобно. То есть я приехал на такси в отель, и все, я больше ни о чем не парюсь. Я утром встаю, иду, там, позавтракал, возвращаюсь в отель, все тихо, спокойно, домашние как бы не мешают. Там, идеальная ситуация. Периодически как бы думаешь, как бы я вроде записываю, как бы вроде то как бы ничего такого, я об этом все знаю, да, там, тем более там читал много раз Шамиля Леудинова там и там, другие книги. Но именно когда ты начинаешь вот прописывать, вчера в 9 часов мне такой дум, как вот в фильме там «Знакомься, Джо Бек», такой внутренний голос, да, начинает там, «Привет, я здесь, да». Эй, ты еще здесь? Я спросил, ты здесь? Тише. Где ты? Рядом. Вот именно вот это прописывание, да, то есть и именно такая сосредоточенность, когда ты вот пишешь, именно она выводит твою внутреннюю составляющую, как бы, да, и вот ставит ее перед тобой. Консультация дает именно то, что как бы, Шамиль Аляутдинов человек опытный, общается с многими людьми. А когда ты с ним советуешься, он именно говорит, в том числе и свой опыт, и то, что он видел у других людей, которые уже добились успеха. И, соответственно, это реальная практика, это реальная жизнь. И вот он сразу пример из его жизни или из жизни его знакомых, который тебе помогает как бы, понять, может быть, ты можешь это применить в своей жизни, что-то изменить.